через поведру. Конечно. Ты будешь это самое... Мы должны предотвратить эти аварии. А, снимай, Саша, уже, наверное... Так это надо, Диана, ты же не сказала. Уже, хватит. Сейчас добавлю воды, только немножечко сюда. Картошка пожимается. Ку-ку. Это Саня. Ты снимаешь его, что ли? Да. Не надо меня снимать. Не надо, Сашка, снимать. Снимай его. Мы с ним в последний раз виделись 55 лет назад. Снимай его. А вот это его дочка. Симпатюля выросла какая. 100 лет назад, да? Да. Вот так. Я снять немножко, мы откроемся видеть ее, когда она была маленькая. Ирму тоже надо снимать, она хорошая. На свадьбе вот у вас буду снимать, и покажу вот эту съемку. Да, точно. Да, мама молодая. Котик маленький. Ух ты. Он мой дети любит. Хорошая собака. Собака добрая. Хорошая собака. А ты со звуком снимаешь? Ирма. Да, все снимаешь. Со звуком, все разговоры. И звуки, цвет. Ты же говори хоть. Хорошая. И вот серию звук. И даже она тебя теряется. Она стесняется. Она вас стесняется, молодец. Когда ты не знакомый. Молодец, а так бы на голове стоит. Да? Да. Не похоже. Какая-то она стесняется, при чужих стесняется. Кто? Настя? Настя, ты стесняешься или не стесняешься? А? Стесняется, конечно. Ничего страшного, но это же девочка. Ну, пойдем одеваться. Мы уже пойдем одеваться. Пошли. Нет, теперь стоит одеваться. Мы пойдем одеваться, а то нам некогда, нам уроки надо делать. А одеваться или раздеваться? Одеваться или раздеваться? Надо одеваться. А я думаю, тут будет эротический фильм. Эротический фильм. Так, куртка я повесила, сейчас будем одевать. Покажи свои замки, как Саша живет. Секция с золотом. А с этим самым. Свет больше не делать. Есть? Нет, не делать. Экономим, правильно. Ты вчера за свет 252 тысячи, когда мне на меньше, ты знаешь, меньше делается. Меньше делается, а больше баксов. Японский телевизор. За 2 бакса купили. Созерцай Гайдара. По крайней мере, уволить с работы. Твоего, наверное, этого. Как сказать? Интересно какой ты. Теряешься? Я? Ага. Без зубов, да? А без зубов? Он еще зубы только ставит. Нет зубов. А сейчас вот ты ставишь зубы? Да, не знаю, поставлю, как оно было. А не стоит же, какая-то... Сколько сейчас новый зуб стоит ставить, а? Смотря какой. Да смотря какой. Железный, если и опыленный. Я вот год назад ставила, они были где-то... Железный и опыленный недорого. 50 где-то, самый... как-то. Да, что-то такое. Приблизительно. Тысяч. Нет, 1000 саму зайчику. Да. А металлокерамика 50 долларов. Да. Долларов? Долларов. Ух ты, так это вот белый будет, да? Ну да. Ну, так это же дорого. Так сколько будет сейчас металлокерамика? Что там на сцене? 50 долларов, сказал. 50 долларов. 50? Да. О, Настя твоя. Одета красиво, куртка хорошая, шляпочка. Ножки стройные, сапожки импортные. Ты молодец. Ну, уже понемножку надо ж. Девушка, надо, чтобы она выделялась. А то хлопцы скажут, что это за такое? Что ты, да, нас в деревне приехала, скажет? Да. Нам деревенская не надо, девушка. Умные не скажут, не скажут. Нет. Сейчас в деревне... Хорошо. Хорошо. Чужой. Да. Он у тебя кость отберет. Хороший. А на лапу будешь давать? Ой, осторожней, господи, ты бы там... О, смотрю, надо. Я не вижу. Ой, а ты что? 220 всего. 220, да. О, еще как долбанет, колос, так все. Колосит немножко. Помнишь, как мы с тобой у тебя, по-моему, ткнули были? Ножом или отверткой? Хотели поставить что-то. Ну, этот, жучок или что мы хотели поставить. Помнишь, как долбануло? И нож там... Саша, там этот самый, еще этот. Еще на старой квартире у твоей мамы. Саня, так ты, ну подумай, сама, вот можешь сама, ну вот дочкой, может, бери, не... Бери. Ну, мальчики есть. Сейчас покажу с камеры. Все, запись пошла. Все, ну мы поехали. Слова. Хорошо. Да. Поехали до дома, до хаты. Это Настя. Она сказала, а что? А Настя, а что сказала? Всего хорошего. До свидания.